Еще два дома для детей-сирот сдали в Благовещенске. Ключи от квартир получили 48 детей, причем не только из областного центра, но и из районов. Их вручали губернатор Амурской области Олег Кожемяка, глава администрации города Павел Березовский и чиновники областного правительства. Два дома, каждый на 24 квартиры, сдали по адресам: улица Трудовая, 268, и улица Муравьева-Амурского, 26. Строительство вели на федеральные и областные деньги. Напомним, что в марте этого года уже сдали два 45-квартирных дома в 800-м квартале Благовещенска. А в 2011 году для детей-сирот построили многоквартирные дома в Белогорье и Маховой Паде.